К этому событию руководство школы шло целых 6 месяцев. Деньги были выделены по гранту, проведен большой объем подготовительных работ. И вот аппаратура пришла. Дальше самое сложное – подключить ее, проложить провода. Тут вновь возникли проблемы. Кабель, который был нужен, продается только в Вологде. Но все решилось быстро, недостающие детали оперативно доставили. Дети уже успели попробовать себя в роли радиоведущих и журналистов. Дорогие друзья! Те, кто пришел сегодня принять участие в челлендже, посвященном Дню российского флага, мы ждем вас на крыльце школы. Мы этого очень давно ждали и хотели. Будет легче оповещать детей о всяких мероприятиях, конкурсах, в которых они могут поучаствовать, чтобы они все это знали и могли просто послушать это все. Это сейчас очень продвинуто, можно сказать. И это новое что-то в нашей школе, поэтому почему бы не попробовать? На школьное радио по гранту было выделено 59 тысяч, но средств не хватило из-за резкого роста цен, поэтому пришлось доплачивать. Но, несмотря на это, Светлана Осколкова и ее ученики все же довели дело до конца. За любым советом школьники бегут к руководителю, который всегда подскажет и поможет. Я буду детям помогать. Внеурочную деятельность мне дали кружок радио, школьного радио. И благодаря этому кружку мы и будем делать с ними программы. В сентябре соберем команду, распределим с ними обязанности, и каждый будет готовить материал для выпуска. Помочь запустить работу школьного радио пришли как выпускники, так и пятиклассники. Каждый хочет внести в проект свою лепту, сделать радио живым и интересным. Я хотела попробовать себя в роли радиоведущего, чтобы объявлять новости. Я бы хотела собирать информацию для Маши, чтобы она знала, чего передавать. Школьники-активисты не только помогают в раскрутке радио, но еще и про праздники не забывают. Ко дню государственного флага Российской Федерации ребята решили принять участие в челлендже. Записывают видео, а после соединяют в один большой ролик, в котором будут передавать триколор друг другу, а также ребятам из других городов. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».